Журналист BoxingNews24.com Скотт Гилфройд прокомментировал высказывание британского боксера Келла Брука о том, что он хочет добиться победы в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным любым средством. «Мы видели, как Брук прошел по самому краю, чтобы победить Шона Портера. Келл постоянно клинчевал, сдерживая удары Портера. С технической точки зрения этот бой не был боксерским поединком, но в то же время Брук не был наказан за это судьей. Я говорю это к тому, что такие слова должны вызывать обеспокоенность насчет того, какой тип бокса мы увидим 10 сентября в Лондоне. Головкин может быть удивлен таким стилем боя Брука, но я считаю, что непрерывные клинчи и будут главной частью плана Брука. В таком случае хочется верить, что после нескольких предупреждений арбитр просто дисквалифицирует Брука». По мнению комментатора телеканала HBO Макса Келлермана, американец Андре Уорд в будущем встретится с Геннадием Головкиным, если одержит победу над российским боксером Сергеем Ковалевым. В конечном итоге мы увидим бой Головкин-Уорд, если Уорд выиграет этот поединок против Ковалева.